Вадим Фомин с детства мечтал стать врачом. Еще будучи ребенком, твердо решил, что спасать людей – его призвание. Первые 4 года после медицинского института он работал фельдшером на скорой помощи в родной Смоленской области. А 7 лет назад Вадим переехал в Одинцово. К покупке своей жилплощади мужчина шел несколько лет. На помощь пришло государство и программа социальной ипотеки. Почти 5 лет пришлось ждать. Ну, наконец-таки, буквально за полгода с помощью нашего отдела кадров, который сейчас находится в Красногорске, удалось все-таки получить ее. Вадим присмотрел квартиру в новостройке ЖК «Одинбург». Последние несколько лет он снимает здесь жилье. С районом знаком хорошо и в другом месте своей жизни не представляет. Да, в Одинцово, жилой комплекс «Одинбург», двухкомнатная квартира, все хорошо. Надеюсь, что месяц-два и эта квартира будет моей. Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года. Запускалась по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. И с начала реализации уже более 2000 специалистов смогли улучшить свои жилищные условия. В этом году сертификаты от государства получили 300 медицинских работников. Свидетельство о праве получения субсидий медикам вручали в правительстве Московской области. Мы очень надеемся, что жилищный вопрос как проблема для вас существовать отныне не будет. И те квартиры, которые вы сможете приобрести в рамках этой программы в Подмосковье, да, станут для вас любимым домом, а вы сможете заниматься своей любимой работой, заниматься своей семьей. В сфере здравоохранения Андрей Воробьев уделяет пристальное внимание. В Подмосковье строят новые медучреждения, ремонтируют старые. Также существует множество мер социальной поддержки для врачей. Это программа «Приведи друга», «Земля врачам», аренда, компенсация аренды жилья, ну и, конечно, программа «Социальная ипотека». В этом году ее вручают ровно в 2 раза больше, чем в прошлом году. Она пользуется популярностью. Еще раз вас поздравляю. Берегите себя. Помимо врачей, программой могут воспользоваться учителя и воспитатели дошкольных учреждений, молодые ученые и уникальные специалисты, а также тренеры государственных и муниципальных организаций Московской области. Полина Толмачева, телекомпания «Одинцово».